Привет, дорогая, меня зовут Даша. Это будет очень короткое видео, обещаю, потому что мне пришла посылка от моего любимого бренда Dolly House. Я там заказывала только один, скажем так, лот. Это были сережки. И долго ли одни сережки показали? Традиционно мне пришел пакетик с логотипом. Открыточка с благодарностью за покупку. Счет-фактура с логотипом, с данными посылки. И, собственно, сама посылка. Опять подарок. Ну, блин, я аж вся смущаюсь. Какая прелесть. Ну-ка, тут интересно, есть такое? Нет, такого нет. Смотри. Смотри, какой котейка, такой очаровательный, такой бирюзовенький, такой синенький, такой миленький, такой вот... А, и подписано, что в подарок. Я смущаюсь. И, кстати, прислали мне, как ты думаешь, не просто красивую, приятную вещь, но других и не водится там, а их, эту вещичку. Я тебе сначала поотрегу немножечко, потом покажу. Эту вещичку мне прислали в том, ну, не в том, но в том же стиле, что и сережки, которые я заказывала. Смотри, смотри, как искрится, смотри, какое красивое. Все, я вообще... Вам не видно, что я счастлива? Надеюсь, что видно, потому что я счастлива. Ну и покажу, собственно, сами серьги. Они немножко в другой цветовой гамме. Ну, блин, это все фигня. Даже у меня есть вот такое кольцо. Вот, ну, по сути, они схожи по дизайну, потому что и здесь розочки. Почему я решила заказать розочки? Почему вообще решила сделать... перед самым Новым годом заказ, потому что перед Новым годом принято как-то экономить на себе, потому что ты покупаешь все другим. Потому что у меня есть платье, которое и сережки, и кольца подойдут очень сильно. Вот так я выгляжу в сережках с колечком. Просто гениально. Я это кольцо даже не видела на сайте. Оно такое красивое. Не ждала увидеть такую чудесную вещь. Конечно, предыдущие тоже были волшебные, но я не ждала, что оно будет подходить к серьгам. Ой, я счастлив. Я говорила, что счастлив? Я счастлив. А еще у моего любимого бренда вышел клип. Я оставлю ссылку. Все, пока. Я тебе желаю вот таких же чудесных подарков. Такие же положительные эмоции, как у меня сейчас. И вообще быть счастливым. Пока.